В редакцию нашего телеканала обратился житель Ленёва. В выходные дни несколько домов поселка были без воды. Съемочная группа ТВК выехала на место. Проблема с горячим водоснабжением, говорит Андрей Иванов, не новая. Ее то нет, то приходится долго спускать. Обращались в обслуживающую организацию, что-то переделали, перебои закончились. Все бы хорошо, сетует ленёвец, если бы не авария. Мне это не сложно, но вот у кого-то же маленькие дети есть. Это же надо и помыть, и постирать что-то, и так далее, и тому подобное, и сами понимаете. Ну, ладно, если холодная вода хоть есть, а то вчера и холодной воды не было, вообще никакой воды не было. Без предупреждений, без всего, то есть не набрали воды ни в банке, ни в склянке, там, ни в что. Ни одного объявления нету, что там какие-то ремонт. Было объявление, что там меняем насосы, все это понятно, то есть люди подготовились, поменяли там насосы, все вроде как. Ну, а вот так вот, я говорю, это все лето продолжалось. Тут все трубы меняли, все выкапывали. Диспетчерская ЖЭО нашей съемочной группе сообщили, что в 4-м микрорайоне произошла авария по горячему водоснабжению в районе 7-го дома. Работы ведутся силами РКЦ, так как теплосеть муниципальная. Авария была устранена вечером в воскресенье. Подача горячей воды сразу же возобновилась.